На востоке страны вспомнили всех полицейских, погибших при исполнении служебного долга. За 25 лет в регионе, защищая других, собственной жизни отдали 37 человек. А многие из них без раздумья пошли на героический поступок, спасая других при стихийных бедствиях или от посягательств преступников. Почтить их память в Усть-Каменогорске на торжественный митинг пришли более сотни сотрудников органов внутренних дел. Среди них есть и дети погибших. Они продолжили дело отцов и с честью несут службу. Молодые полицейские приняли участие во флешмобе с зажжением свеч, а их коллеги запустили в небо около 500 светящихся шаров. Служба в органах внутренних дел всегда полна опасностей. Полицейский, ежедневно выходя на службу, защищает жизни, здоровье, права наших граждан, порой и ценой своей жизни. К тому пример, вот 37 сотрудников органов внутренних дел, мы поименно помним и всегда ставим пример молодым сотрудникам, что и в мирной жизни есть место героизму,